Друзья, всем привет! С вами канал «Пиво делаю сам» и я его ведущий Равен Арматурович Бетонский. Сегодня у нас 31 января 2024 года. Ребята, сегодня мы дегустируем хреновуху. Данный напиток я сделал 24 сентября 2023 года. Итого наша хреновушка настаивалась аж целых 4 месяца. Сегодня мы будем дегустировать с помощью вот такой вот маленькой стопочки, которая на 30 грамм. Кто еще до сих пор не подписались на канал «Пиво делаю сам», подписывайтесь. Ребят, кто не поставили лайкосик, поставьте Равену Арматуровичу лайкосик. Сегодня будем дегустировать вот такой вот напиток. Ребят, хреновушку я принес с лоджии, там сейчас у меня плюс 10 градусов. На улице плюс 2, все тает. Вот такая вот красота, ребят. Сейчас будем дегустировать. Под хреновушку сегодня я сделал прекрасную закуску. Закуска выглядит вот таким вот образом, ребят. Это черный грусть, дикий, колечки лука, сметанка и петрушечка. Вот этим будем закусывать хреновушку. Ну что, думаю, что пора начать. Ролик, как эту хреновушку приготовить, есть на канале. Можете найти этот ролик, кому интересно. Так что, ребят, не только пиво делаю сам, но и что-то покрепче. Так, что тут такое плавает? Ну ладно. Надеюсь, не будет мешать. Открываем. Сейчас понюхаем, чем пахнет. Пахнет хреном. Ну что, льем? Как слеза, ребят. Как слеза. Думаю, одной стопочки мне будет на сегодня достаточно. Можно будет ее убрать. Закусочку поближе. Где тут грибочек-то хоть? Думаю, со сметаной. О, вот этот. С лучком. И со сметанкой. Сейчас. Большие кусочки. Очень, слишком большой. Ну, но вот такое вот самое то. Самое то, ребятки. Чем закусить, думаю, будет идеально. Лучок еще надо прихватить. Как это сделать? Сейчас попробуем. Блин, пока зацепишь лучок, гриб-грибок слетает. Ну ладно, вот так вот, в принципе, будет нормально. Ладно, ребят. За всех подписчиков, ребят, канала «Пиво делаю сам». Но сегодня делаем хреновуху. Уже точнее сделали. Ребят, ваше здоровье. Как воздух просто, реально. Самое то. Самое то. Если честно, ребят, эту закуску планировал использовать на Новый год, но новогодний стол и так ломился от всех, так сказать, явств. До грибов не добрались. Вот только буквально на той неделе у меня всего две небольших баночки грибов получилось. Вот одна полулитровая осталась и была еще
150-граммовая баночка, вот ее съели. Смотри, вот я сегодня решил все-таки заснять ролик с дегустацией хреновушки. Гриб большой. С большим трудом, ребята, в этом году нашел я эти грибы. Хотя я уже 2 года подряд планировал насобирать груздей, но то как бы не успел, то сезон груздей закончился. Ну вот в этом году почти успел собрать грибы. Очень хотелось именно не, как сказать, для наеда, а для лакомства насобирать этих грибов, насобирал. Очень вкусно. Именно лесной грусть. Здесь вот ножка. Хреновуха очень легко зашла. Я думаю, что можно еще даже полстопочки. И достаточно будет. Под хорошую-то закуску, ребят, что, так сказать, не ради пьянства, ради лекарства, скажем так. Под хорошую закуску можно еще полстопочки. И достаточно. Очень легко пьется, ароматное. Ну, почти полстопочки. Запах, конечно, ребята. Специально не стал фильтровать. Видите, какая красота. Прям какая-то жизнь в бутылке происходит, если это так можно сказать. Видите, да? А есть бутылочка отфильтрованная. Она прям такая... нежно такой лимонный, прозрачный цвет. Вот такая вот хреновушка. Кому интересно, находите на канале «Пиво делаю сам». Найдите, не находите, а найдите, будет правильнее, наверное, сказать, ролик, как данную хреновуху приготовить. Ну, по моей памяти... водка, воздух, по-моему, 0,7 была пропорция, 30 грамм меда, 30 грамм цедры лимона, если я не ошибаюсь, я могу и запутаться, и 50 грамм тертого хрена. Все это заливается водкой, воздух, и получается вот такая вот прекрасная хреновуха. Так, за всех подписчиков канала «Пиво делаю сам». Подписывайтесь, ребята, кто еще до сих пор не подписались. Ставьте лайкосы, пишите комментарии, задавайте вопросы. Надеюсь, всем отвечу. Ребят, за ваше здоровье. Очень легко идет. Прекрасный напиток, прекрасная закуска. Очень хорошо сочетается друг с другом. Думаю, данный напиток украсит любой праздничный стол. Ну, по крайней мере, это интересней попробовать. Не для того, чтобы именно напиваться, но просто для вкуса, ребята. Для вкуса.